Яковлев. Передача на Семенова. Если придется и дальше играть, то придется задействовать тех, кто не принимал участие. Гол! Атака Зионов! Приносит победу Северстали! Не выдержали нервы у Сэнфорда, ошибся он! Не зря я его хвалил столько времени, 3 минуты назад. Сработало и сегодня. 3-2 побеждает Северсталь в этом матче. И 3-1 теперь ведет серии на исходе третьего овертайма. Северсталь добивается победы уже на следующий день. 2 дня матч продолжался. Ну вот и Денис Казенов, от которого ждали мы чудес, все-таки приносит он победу своей команде. Важнейшую победу. 3-1. И при таком счете команды отправятся в Ярославль на 5-ю игру серии. Некогда уже особенно прощаться. Благодаря публику за стойкость, конечно, хоккеисты.